12 мая 2021 года автоинспекторы технического надзора ОГИБДД МОМВД Нелидовский составили в отношении оператора техосмотра индивидуального предпринимателя два протокола по части 3 статьи 14.4.1 и части 4 статьи 14.4.1 КОАП РФ за нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств. Ранее в ходе работы сотрудники полиции установили, что оператор технического осмотра, располагающийся в городе Белой Тверской области, выдает диагностические карты, которые вызывают сомнения в подлинности. Полицейские решили проверить документы, выданные предпринимателем, и автомобили, на которые выдавались карты. Как оказалось, многие автомобили, получившие диагностические карты у данного оператора, не приезжали в город Белый, а некоторые транспортные средства в момент выдачи карт находились за сотни километров от станции оператора или в другом регионе. Автоинспекторы составили в отношении оператора протоколы за оформление диагностических карт, подтверждающих допуск к участию в дорожном движении транспортных средств, в отношении которых не проведен технический осмотр, а также за передачу в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра сведений о проведении технического осмотра транспортного средства, в отношении которого технический осмотр не проводился. Полицейские передали в суд все материалы административных дел. Индивидуальному предпринимателю за допущенные нарушения грозят крупные штрафы на общую сумму от 400 до 600 тысяч рублей. Также сотрудники ГИБДД направят в адрес Российского союза автостраховщиков информацию о нарушении предпринимателем норм законодательства в области технического осмотра. Два и более нарушения предпринимателем правил проведения технического осмотра в течение 12 месяцев являются основанием для аннулирования аттестата аккредитации и ведут к прекращению деятельности оператора. Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области продолжат работу в этом направлении.